Во время Кубка Конфедерации не все болельщики отличаются исключительно беспорядками. Многие из них все же приезжают поддержать свои национальные сборные. При этом как на трибунах, так и во время прогулок фанаты стараются подбирать одежду в национальном стиле. О том, как кричит Москва, мы сейчас узнаем. Поддержка фанатов очень важна для команд. Несмотря на накал страстей во время матчей, болельщики все же радуют своим дружелюбием, а также взаимной поддержкой. С вами была Джулия Халифе. Спасибо!